Когда я уже завершила свою работу в компании и прошла пара месяцев, ко мне вечером пришли дочка с мужем, и так аккуратненько, заводя разговор о погоде, о природе, говорят: «Мам, ты знаешь, ты, наверное, не очень расстроишься, если мы, вот как ты считаешь, если вдруг когда-нибудь мы, может быть, будем использовать другую технологию дома?» Я сказала: да нет, наверное, думая о теоретической дискуссии, я сказала: ну, конечно же, я же гуманист, демократ, говорю, конечно же, разные технологии. И тут дочь с криком: ну, правильно, теперь можно, достала и положила на стол Apple Mac Air, с которым, соответственно, она и супруг пользуются дома для, прежде всего, обработки изображений и доступа в интернет. Так в нашем хозяйстве, помимо айподов и прочих мелко просачивающихся технологий со стороны Apple, появилась уже непосредственно Apple Mac Air. После 20 лет работы в IT-индустрии и почти 15 лет работы в Microsoft, я живу в привычной для меня среде. Это среда Windows.